Дортмундская Боруссия, о котором мы сегодня будем разговаривать, который буквально 3 года назад мог закончить свое существование из-за финансовых трудностей, но в команду в срочном порядке был приглашен Юрген Клопп и ввел режим экономии и сделал акцент на выращивание своих доморощенных игроков. Сегодня мы посмотрим на это. Игра Боруссии делится на две составляющие. Первая – это быстрые и разящие контратаки. Каждый из выходящих футболистов знает свое место и позицию. Второе – индивидуальное мастерство атакующих футболистов, которые могут в одиночку сотворить как опасный момент у ворот соперника, так и гол. Вне зависимости, нападающий это или защитник. Юрген Клопп, придя в команду, сразу определился с основным составом, составленных из молодых и дерзких дортмундцев, не обязательно немцев. Казалось, что у Клоппа нюх на таланты, которые в Боруссии вырастали, как грибы по ходу сезона. Но после успешных сезонов лидеров начали разбирать, как автомобильные запчасти, и понадобилась подпитка из дубля, где рос молодой и талантливый Томас Айнсфельд, но все карты спутала травма в 2009 году, так и не дав закрепиться ему в составе дортмундской Боруссии. Томас Айнсфельд родился 18 апреля 1993 года в небольшом городке Финстервельде в пригороде Бранденбурга с населением всего 18 тысяч человек. С 7 лет его отец отдал заниматься футболом, он является воспитанником футбольной академии дортмундской Боруссии, но не сразу попал он в команду желто-черных, начинал свою карьеру в местных командах своего города Анкум и Оснальбрук. Тренер, разглядевший его талант, Бенджамин Хоффман, тогдашний рулевой дортмундцев до 18 лет, пригласил юного таланта на просмотр, когда тому было всего 15, а он уже был капитаном Бундестим того же возраста, после чего с ним заключили первое соглашение. Но в 2009 году, когда уже близился дебют за основную команду, Томас получает травму связок, что ставит его дальнейшую карьеру под угрозу. Врачи дают неутешительные прогнозы – полгода без футбола. Многие специалисты ставят крест на юном таланте, но благодаря упорству и желанию играть в футбол возвращается на прежний уровень. Обращает на себя внимание рулевого канонира Арсена Венгера, который зимой 2012 года приглашает Томаса в Лондон на просмотр, после чего подписывает с ним контракт. Положительные моменты в игре Айнсфельда. В первую очередь результативность. В 77 матчах за дублирующие составы дортмундцев наколотил 31 мяч. При этом всегда считался у тренеров командным игроком с хорошим видением поля. Но как сам отмечал Арсен Венгер, что при взрывной скорости и техничных ног Томас может вырасти в добротного вингера. О минусах. Первое, что приходит в голову, это травматичность футболиста. В юности получив травму связок, возможно повторение или рецидив. Ну а в принципе, понаблюдаем за Томасом, ведь он в Англию приехал в футбол играть, что у него замечательно получается. Удачи тебе, Томас Айнсфельд!